Всем привет! Итак, я продолжаю проходить обитель зла. Так, смотрите, у нее аптечек, блядь, две. Ни одной мне, сука, не дает. Винтовку не дала, ну-ка. А винтовку я могу взять? Ну, нахуй мне твой нака. Так. Ладно, идем дальше. О, блядь, как тяжко. Так, все, позасоводили. На каком ты там лобочишь? Так, все. Нам нужна бомба. Очевидно же. Айзек. Айзек, have you heard from Daniels? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. The call could be through there if... Isaac. The one who attacked us. I swear to God it was Chen. Это уже не Чан, ты, блядь, дурак, тупой. If they barricaded the morgue, maybe it was to keep something in. Так, и вот теперь у нас появились. А, нет, это еще основные. Основные еще нам вот туда вот. Ну-ка, что у нас в магазине? Смогу я себе сейчас позволить новый костюм? Или же еще нет? Смотрим, что я могу продать. Схема 2000, вы издеваетесь? Блять, чуть-чуть. Мне не хватает вообще чуть-чуть, прям вот чуть-чуть. Чуточку. Вообще. Крыцовочку. Ладно, я могу сделать так. Вот так вот. Блять. И. Ладно, одну птичку. Вот. Теперь же смотрим. Бэтмен. Так пострашнее. Что-то вообще не очень. Но зато там в прокачке сейчас должны быть эти открытые прочие элементы. Вот. Ты лыбу, сука, даешь. Тебе полегчало тогда. Помогло? Mm-hmm.
монеточки. Штаны чьи-то обосраны. Так. На, блин. Серьезно? Коробкой ударил? Так, мне наверх. Здесь кто же? Level 2 security clearance required. Во вторые, блять, суки. Так, у меня нет, да, ну? А, ну сейчас костюм можно посмотреть. Вот уровень 6. И да, вот на нем открылись. Кинезис граб. Типа. Расстояние, да? Или сила. Что-то мне не будет. Так. А лифтовая. Та дверь открылась сейчас? Нет. Нет. Она бесточна, потому что... Так вот, да? Меня типа на лифт. Но мы типа туда сейчас ходим. Patient log retrieved. I hear the test on patient Harris were inconclusive. Given the reports from the colony, he's lucky to have his faculty at all. Well, if I'm used to be able to experiment in perhaps. I saw nothing divine in all that blood, suicides. But this is a revelation, Terrence. We just need more insight to translate it. You think this insight can be found in Mr. Harris's psyche. I'm bothered. And with Captain Matthias barring any visits to Aegis 7, this fellow may be our best chance. Harris is back in reservation. And your method? Things are complicated enough already. I can't sign off on this. How long can we afford to wait? Ой, ладно. Пойдем врачей. Сейчас я подожди. Я сейчас подойду. Так, тут ничего. А вон он. Стиль какой-то. Ты ж не дотянулся. Тварь. Чё за хуйня вообще?
Так, нам сюда, да? Ой-я. Так, ну чё тут будет? Чё? Ага, дальше по коридору. Так. И... Ой, как страшно. Вообще насрать. Сейчас я просто к тебе приду, подожди. Подожди меня. Я уже в пути. Так. Я в пути, сейчас только сохранюсь. Так, а что ли там за оружие стоит? Ага. Так, не минут, да? Ладно, пусть. Ежик в тумане. Так, это ж часть вторая, это еще все, да? Так, что там за оружие? Ну, это я уже не помню. Level 2 security clearance required. Ой, да пошла ты в жопу. Че, у нас ловочек фига нету, да? Окей, хорошо. Entering zero gravity. Схема, ящик. Вот здесь потом будет закрыто стоять. Угу. А что-то я не могу сразу подлететь. Я понимаю, что сюда. Но взлететь туда я не могу. Ладно. Просто тут есть такая комната, получается, да? Да-да-да. На 6-м этаже. Будет. Этаж, куда я так и не смог попасть. А время-то кончается. Смотрим, где что есть. Ну, куда?
Так, ну я больше ничего не вижу здесь. Still holding this position. What's happening there? Did you find Nicole? No sign of her yet. But I found some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay. Work fast, Isaac. Так, и побочек все равно нет. Ладно. Entering zero gravity. What the hell? It shut the whole ship. I'll check it out. Entering vacuum. А вот теперь завал, да. Сейчас нам только по верху пойти. Вот только по верху. Так, где здесь эта комната странная была? А мне это еще выйти все. Ну ладно. Так, там еще. Ничего. Тут есть что? Что? Так, ну и где комната сама? Где-то здесь сейчас все закроет. А вот она. Security clearance required. Блять, здорово, все равно. Так, итого, надо запомнить, как все. One step out of the captain's nest and Chen, that thing, he almost got me. You okay? I trapped him in a damaged escape pod. He's gnarly, like, this is fucked up. Hurry, Isaac. Mm.
Вообще-то получается, мы пришли через какую-то хуйню. Где это она? Ага. Через обратную. Типа надо запомнить эту комнату. Вот. Это что у нас? Медикал, 4-й этаж. Ага. Все, медикал, 4-й этаж. Когда здание получим, будет проще. Так, тебе никак туда. Чё, магазин закрыл. Это, конечно, тут хорошо. Но нам надо продать что-то вот это. Ладно, сейчас это будет. Ты мясистый оказался. А то хоть не очень. Тут висишь себе. А ты вообще как туда попал-то?
все внизу, да? Смотри, у нас есть вот еще. Для них ловушки, да? Так, что есть у нас еще? Огни. Ох, какая. Типа это было. Так, ну типа сюда, да? Дополнительных миссий не дали. Аптечка есть у меня одинарная. Есть. Значит. Угу. И дальше туда. Сначала здесь все обшарим. О, здесь вот. Nicole Brennan. With medication and zero-G therapy, patient Harris is showing improvements. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Marcia continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. Tracking rig signal. Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Так, вот, теперь у нас есть секретная миссия, да? А-а-а, но нам недоступна. Пока что? Инженер Рум, блядь. Ну ладно. Что у нас тут еще есть в комнате? Surgical log. Dr. Charis Mercer. Copy to my secure terminal. I convinced Jurgens to show me the difference in the colony. It's remarkable to finally see what I've sought all my life. The miners, this transformation, the divide death itself. Kyne is erring on the side of caution. His faith has been shaken by these necromorphs, as he calls them. How strange. When my own faith has been so richly rewarded. With or without Kyne, I must study one of these creatures. Or the next best thing. Brennan's patient, for example. Ben, what in God's name is happening down there? Precisely that. Почему все такие размытые?
you say that? These deaths at the colony, the paranoia, the hallucinations. You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. What are you so worried about? The marker is divine. We know this. Look, it'll be on board tomorrow. You can study it then. Put your mind at ease. At ease? People are dying. How can that be the transformation the teachings promise? We're witnessing a new beginning. For unitology, for humanity, of course our faith is being tested. Everything is about to change. That's what worries me. And recording. Seal entry. Так, ну видим, как доктор помешался. Изучал. Придурочный. Так, ну ладно. Здесь вроде все комнаты, да, изучили? Все. Осталось вот эта комната с пропуском для Николь. Пока нам недоступна в инженерной комнате. Так, а что у нас? Угу. Ну, в принципе, достаточно. Да, пока красная. Ага. Ни одного этого нет. Ой, болта сраного. Сидит голова вторая. Да, да, я тебе помогу. А, господи. Ну все, хуй поделать. Двери. Говнище. Я могу что-нибудь? Нет, никакой информации. Понятно. Это что-то капает или? Кто-то бегает.
monitoring her rig link. What's your status? I found a shock pad I can use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. There. Карантин. Друзья отдыхали. Сзади, да? Где-то охуевший некроморф. Так, теперь нужно соорудить бомбу. Сначала что у нас в магазине? Угу. Деньги мне не начислили. Это еще есть. Пить ничего не могу. Ладно, могу аптечку эту продать. Вот. И возьму тогда один. Теперь прячемся. Доступна дополнительная миссия. Сейчас мы ее пойдем исследовать. Это все еще вторая глава. Вторая глава. Никак не третья. Снимаю по главам. Clearance required. А, левел первый еще не доступен. Текст на вот этом непонятно, блять. Security clearance required. Security clearance required.
Куда ты побежал? У нас то видно, где ее комната. Куда же она свалила? Где? Да нет же, она не туда свалила. Вот сюда. Medical log, Dr. Nicole Brennan. So much for being paranoid. I repurposed this room to run counseling sessions without unitologists interfering. Now it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations. But it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need... Wait, where's that report from engineering? The engineers pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. Так. Понятно. Ага. Опять же у нас закрыто, да? Найти тело капитана. Так. Найти тело капитана. Нам надо открыть эту дверь. Где находится этот аккумулятор? Я что-то его в первый раз, помню, долго искал, бегал. Что-то... Где он? Где он? Security clearance required. А он где-то здесь. Security clearance required. Security clearance required. Так. И опять я его не вижу. Помните, Николь, опять же, этих не было никаких дополнительных тайных комнат. Сумки. Тра-та-ти-та-ти-та-та, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что-то он такой ебануло и все. И заебись ей. Ладно, если мы увидим электричество. Все равно все обрежется. Так, теперь эту херву запчасть мне одна идти. Блять. Я что тогда ходил тупил? Что сейчас она будет ходить тупить? Где же эта херо? Хрень находится. Кто это? Просто вот. А, простой. А я отсюда не могу вытащить. Там нет ее в этом. Дверь все равно закрыта.
сплошное. Нюх что, блять, нюх что я. Так, комната в Николь, хоть, бля, бегай, хоть прыгай, но ничего, я сейчас тебе всю комнату здесь разверну. Два мячейку брать. Че это вообще? Голову у тебя сраную. Все. Все расхерачили. Так. Там все равно пройти не можем. Назад как бы тоже. Сука. Security clearance required. Такая непримечательная, блядь. Сука, да? Здесь мужья завалялась. Security clearance required. В шопу. Не, она же не должна где-то, блядь, в другом территории. Она здесь должна быть. Просто я почему-то ее не вижу. И почему это я ее не вижу? Personnel, this is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Medical is overwhelmed. We need help. Look at his wounds. We can't handle so many trauma cases, and the command crew won't tell us what's happening. Caesar. Shit. Maybe I have some PHB left. Не, ну число. А. Вот, все. Он все, надо все отключить. Поистерим мне там. На это, блядь. Я там чё хуйня? А ты сука. Предмет можешь не отдать? Так, это все? Никто больше не хотит? Ты? Нет? Ну все, отлично. Так, нам туда, да? Если что, у нас здесь находится. Ничего особенного. 23, блядь. Может пока что-то другое взять.
Level 2 security clearance required. Где эта мелкая хуйня, которая убежала? Security request retrieved. He left me. I woke in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. And you will lock me in with them. Fuckers. I'll cut them out. Нахуй пошли. Так, убегаем, убегаем. So I left this with Warwick. He'll be discreet. I just got the latest report from Aegis 7. The situation's worse than Captain Mathias will admit. 40% of the colony's population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers. By any means possible. Level 2 security clearance required. Brent Harris? Might be our last hope. Что? Ебанулось, да? Поздравляю, блядь. Высшая степень Банько. Так, что там по миссии? Угу, чем недоступно. Но возвращаться мы будем, блять, ебаный в рот просто. И это еще Chapter 2. Ладно, господа. Чё ж так долго-то, да? Я и сам не знаю. Да, вот эти искорки, конечно, здорово. Пользуюсь пушкой, наверное.
трубку. Нет, еще есть. Он что, двигается? Нет, быстрее, блять. Специально сделали. Так, идти в секьюрити, да? Левел повысили. Если вот не нажмем. Ладно. Там секьюрити 3. Так, здесь все собрано. Вроде бы все. Isaac. I'm here. What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh god. I have to get to engineering. There's no time. That tram station's offline. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Level 2 security clearance required. Level 2, блядь. Level и нахуй. Непонятный, блядь. Clearance confirmed. А тут что у нас?
Level 2 security clearance required. Спасибо, блядь. Бля, спасибо. Так. Винтарь, что здесь продать-то? Вот эти штуки тоже надо продать. Аптечку можно продать. Так. Сейчас, что у нас здесь? У нас мало патронов. Давай возьмем и Луи. Первым, да? Что у нас еще там? Резак, пока что мало патронов. Ну пусть будет пила. Так. Купим мучалки. Одну, да, тоже, блядь. Ну и чё? И мне их 5. Сохраняемся. И это все еще вторая часть, да? Вторая? Да, вторая. Охуеть просто. Так, я уже забыл, что нам сделать-то надо. Дополнительный? А, ну пока не могу. Ну ладно. Так, тебя я убил. Flight deck tram control. Now arriving at flight deck tram control. Так, окей. Так, а что у меня на продаже есть что? Нет. А бабла тоже не особо-то. Что-то отдыхающее. Thank you.
Reporting retrieved. Isaac, this damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Entering zero gravity. You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. Так, ну вот чаптер 2-то пройдено, да? Теперь надо... Блядь. Сохраниться-то... Так, мне там туда, там дальше, да, давай. Так, ну раз есть шанс полетать, все здесь собрать, исследовать, то почему бы им не воспользоваться?
просто вот платформа надёргается, да? Без всяких на то причин. Смотри, мы уже изначально можем туда даже полететь. А здесь мы можем уже отключить гравитацию, да? Но эти двери все равно закрыты. Как и вот эти. Ладно, полетаю, постучусь здесь. Что-то здесь да и было. Вон, смотри. Еще что-то есть. Обо, внимание. Странно, ну ладно. Да блять. Вот падла.
Exiting zero gravity. Exiting vacuum. Вот это, кстати, прикольно, то, что мы сначала там в космосе мерзнем, а теперь у нас это костюм немножко такой был мокрый. Clearance confirmed. Всего-то было. Люк пробило, да? Warning. Orbital position compromised. Correct course immediately. Так, мне же надо сохраниться, потому что как бы. Третья глава-то уже пошла. Ёбаный ты в рот. Вот, ну мы пойдем вот сюда вот. А вот сохранял, смотри. На этом вторая глава как бы заканчивается и все, вот третья уже давно началась. Вот сам видел, как что где получается. Сохранение не всегда есть. Так что на этом конец второй главы. Все, счастливо.